le tam-tam, ça nous aide beaucoup. Même si tu es fâché, si tu mets le tam-tam, bon, tu peux être content. Non, non, c'est bon. C'est bon, voilà. Tu dis. Mariage, comment on dit mariage en russe? Сначала не играем. Хорошо. Да, давайте, хорошо. Можно чуть-чуть поближе. Угу. Долго нужно учиться, чтобы так хорошо играть? Вас приглашаем. Много лет вы с детства играете? Я не много, я играю 4 года. 4 года. А вместе, вот чтобы научиться играть вместе, вот как вот друг друга слышите? Как друг друга не слышать? Мы говорим один друг. Вот когда вот один играет, два других как подыгрывают? Вы даете ритм, да? Да, когда мы играем, он не вдвоем даем один ритм, он как главный. Соло. Дает соло. А как долго можно играть без остановки, чтобы руки не валили, без пальцы? Без остановки надо делать всегда. Надо всегда заниматься этим. То есть, если на полчаса поиграете, пальцы у вас уже не болят, да? Да. Или болят? Не, не болят. Не болят. Все нормально. А скажите, пожалуйста, как ваш ансамбль называется? Ансамбль? Группа? Афро-барабан. Афро-барабан. А вы здесь, в Москве, собрались впервые или там у себя? Да, в Москве. Собрались? На Кузбассе. И вы выступаете профессионально или так? Профессионально выступаете? Да, профессионально. Спасибо. Как вас зовут? Как? Меня зовут Селю. Селю? Селю, да. А вас? Меня зовут Калю Куяти. Калю? Калю Куяти. Калю Куяти. Калю Куяти. А вас как? Абубакар Камара. О, не запомнил. Абубакар. А вас как? Меня зовут Джибакита. 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 А как вас зовут? Даниэль. А, Даниэль? Ага, спасибо. В общем, спасибо вам большое.